Вступив на престол, Александр Македонский начал подготовку к войне с Персией. Накануне похода, сулившего ему несметные сокровища и новые земли, он раздал друзьям все свои поместья рабов и скот, а на их вопрос, что же останется у него самого, Александр кратко ответил, надежда. Весной 334 года до нашей эры во главе 35-тысячного грека македонского войска Александр переправился через пролив Гелеспонд и вторгся в Малую Азию. Вскоре путь ему преградили быстрые воды реки Граник. На противоположном ее берегу Александра уже поджидала персидское войско. Один из полководцев македонского царя посоветовал отложить переправу до утра, на что Александр ответил, я постыдился бы, столь легко перейдя Гелеспонд, быть задержанным ничтожной речушкой. Он сам повел всадников в наступление и, перейдя реку под градом стрел и копий, обратил врага в бегство. Разгром довершила переправившаяся следом за ним тяжелая пехота. Дав войскам лишь короткую передышку, Александр направился дальше. Он двинулся вдоль побережья Средиземного моря на юг, туда, где лежали покоренные персами греческие города. Все их он объявил свободными, и большинство городов открыли ему свои ворота без боя. Персидский царь Дарий III сумел в это время собрать новое войско, еще больше прежнего. Узнав об этом, Александр двинулся ему навстречу. Войска сошлись на широкой равнине близ города Эса. Численное превосходство, особенно в Конице, было на стороне персов. Но пока противник теснил правый фланг Александра, сам он во главе тяжело вооруженной конницы зашел ему в тыл и обрушился на окруженного телохранителя Медария. Тот не принял сражения и бежал, за ним устремилось и все его войско. Одержав победу, Александр направился дальнее на юг, в Финикию. И вновь лежавшие на его пути города сдавались без боя. Сопротивление оказал лишь Тир, расположенный на скалистом морском острове и считавшийся неприступным. Александр приказал насыпать землю в море прямо у острова и строить там деревянные укрепления, чтобы с них штурмовать город. После долгой осады терпал. Расправа оказалась жестокой, город был стерт с лица земли, а его жители обращены в рабов. После этого другие финикийские города добровольно признали власть Александра. Без боя сдался и Египет, куда царь направился от стен Тира. Жрецы объявили Александра – с уважением отнесшегося к их древним обычаям и богам, новым фараонам и сынам бога. Рядом с Дельтой и Нила он основал новый город, который назвал в свою честь Александрией. Покинув Египет, Александр двинулся на восток, в самое сердце Персии. Он знал, что где-то там Дарий вновь собирает войско. Четыре месяца Эллины двигались вперед, не встречая сопротивления, пока однажды вечером, перейдя реку Тигр, не подошли к местечку Гавгамела. Здесь их уже поджидало огромное персидское войско. Александр и его воины увидели необъятную погруженную во мрак равнину, всю усеянную язычками костров. Встревоженные военачальники предложили царю напасть на персов ночью, но тот гордо ответил, я не краду победы. Он был настолько в ней уверен, что спал этой ночью мертвым сном, так что утром перед битвой его с трудом смогли разбудить. Это было самое упорное и кровопролитное сражение из всех, что пришлось выдержать войску Александра. Оно длилось целый день с переменным успехом, и только к вечеру наступил перелом. В строю персов образовался разрыв, и Александр во главе кавалерии устремился прямо туда. Следом за ним ринулась и пехота. Все дальше и дальше пробивался Александр, крушав все на своем пути. Жестокая сеча завязалась уже около того места, где стоял царь Дарий, но у него вновь не хватило мужества вступить в поединок с Александром. Он повернул свою колесницу и умчался с поля боя. Вслед за царем ударилось в бегство и его войско. Битва при Гавгамелах имела решающее значение. В ней были уничтожены основные силы персов. В руки Александра попала огромная добыча и казна персидских царей. Чтобы вывести ее, Понадобилось пять тысяч мулов и верблюдов. Дарий вскоре погиб от руки своего приближенного, и Александр стал полновластным хозяином необъятной державы. Довершив покорение Персии, Александр устремил свои взоры на Индию. Эта сказочная страна всегда манила его. Вторгшись в пределы Индии, войско царя подошло к реке Инд. Здесь путь ему преградила сильное войско одного из могущественных царей его основу составляли многочисленные боевые слоны. Начавшееся сражение было долгим и тяжелым, но македонянам удалось обратить слонов в бегство, засыпав в их тучей горящих стрел. Бросившись бежать, могучие животные смяли боевые порядки индийцев, и победа вновь досталась Александру. Теперь в его руках оказалась часть Индии, но завоевателю и этого казалось мало. Он мечтал дойти до самого края земли и этот край мнился ему уже совсем близким. Но тут в Индии наступил сезон дождей, реки разлились, а местность, по которой двигалось войско, покрылась слоем грязи и воды. Воины Александра гибли от укусов ядовитых змей и насекомых. Их косили неизвестные болезни. Лишь немногие остались в живых, писал очевидец, и все еще не было видно конца войны. Копыта лошадей стерлись от далеких переходов, бесчисленные сражения притупили оружие воинов. Греческого платья ни у кого не осталось, и только лохмотья варварской и индийской одежды прикрывали покрытые шрамами тела завоевателей. Утомленная до предела македонская армия отказалась двигаться дальше, и Александр был вынужден повернуть обратно. В 325 году до нашей эры. Он с остатками войска вернулся в Вавилон, который провозгласил столицей своего нового царства. Поход, длившийся 10 лет, был окончен. Обосновавшись в Вавилоне, Александр бросил все свои силы на укрепление государства. Он стремился примирить персов и греков. Царь поощрял браки между своими воинами и персидскими женщинами. Сам он взял в жены дочь погибшего Дария, и в один день с ним свадьбы с персиянками сыграли в 80 его близких друзей и еще 10 тысяч греческих воинов. Александр приказал также обучать персидских мальчиков греческому языку и начал набирать в свою армию юношей персов. Повсюду Александр основывал новые крепости и города, которые служили опорными пунктами его власти. Он заселял их переселенцами из Греции и Македонии, которые во множестве хлынули сюда. Не оставил он мечту и о новых походах, стремясь довершить покорение мира. Но в 323 году до н.э. Александр внезапно заболел и умер. Тело правителя еще не было погребено, когда между его полководцами разгорелась ожесточенная борьба за власть, закончившаяся разделом огромной державы на несколько царств. Главными из них были Македонская, Египетская и Сирийская.